Тогда ты будешь первой угадывать. Это какой-то айзаж, что такое? Смотри, волосы, длина, в принципе. Девчоночки. Тихо. Тишина на съемочной площадке. Это должна была быть хлопушка, но нет, сегодня... Ребята, пожалуйста, давайте вот это вырежем. Ура, Дотенька приехала, мы так рады и счастливы. Ты мне сейчас спину хрустнешь. Ты мне спину. Лиза, ребята, говорила, туфельки хрустальные в детстве, потому что они хрусть и сломаются. В общем, да, мы решили перейти немножко, добавлять такого, может быть, лайвового, что ли, такого контента, когда реально мы вам показываем, как мы реально снимаем со всеми нашими смешными, тупыми, дурацкими приколами. И да, мама? Да, ну да, вот ты... твои приколы, мама, всегда не заходят. Мама такая говорит, Лиз, давай снимем видео, а то сейчас солнце сядет. Я такая, я не сажусь. Я говорю, солнышко сядет. Я такая, ну я пока садиться не планирую. Ты не солнышко, ты ослик. Не, ну ладно, хотелось бы ударить, но поняла, что ты реально... В общем, сегодня будет ура, не пранк. Я быстренько придумала, что снимать какое видео, чтобы только это был не пранк. Вот, а челлендж у нас будет угадать закрытыми глазами. Но сегодня у нас будут супер гости, это блогеры. Два блогера. Две блогерши. Две блогерши. Итак, поприветствуем наших... Я думаю, вы уже поняли, что с нами снимите площадки. Угадать закрытыми глазами бабушку. И не только, да? А, подожди, подожди. Бабушки и не только. Ладно, окей. Я не учу. Не только. Ты не только. Ты не Толя. Не база, а. В общем, ребята, сегодня будет очень весело, поэтому нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, потому что я сижу на ослик. Потому что она осел. На самом деле я вчера... Покажи свой хвост, осел. Ой, на самом деле я всегда осел. Покажи свой хвост, осел. Я так за тобой соскучилась. Я так рада, что это не пранк вот самого порога, поэтому... И не надейся. В общем, бабушки в студии! Кто вы хотите вообще? Бабушки, бабушками лайков. Бабушками. Бабушками лайков. Лайки бабушками. Сердечными. Боже мой, не может двух слов связать. Да, она уже, понимаете? Лайками бабушек. Вот. Ребята. Итак, мы будем... Ребята, мы этой девочке. А, мы тоже, мы и папе сделаем. Действительно. Сделайте еще раз, пожалуйста. Серьезно. В общем, бабушки придумали свои... Да. А это они Дэм сделали? Теперь мы. Короче, ребят, мы немного сходим с ума. Видео будет очень интересно, обязательно досматривайте до конца. Ставьте лайки и не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик. И главное, никогда не смейте меня перебивать. Где, может, кто угадает? В общем, мы девочки, ну или мне, например, или папе, закроем глаза, вот, и пяточком. Пяточком, и человек должен будет, человек в маске должен будет угадать на ощупь. Вот так, примерно вот так вот. Вот так. Не надо. Погнали. А кто проиграет, тот моет полы. Ну, может быть так. Я не играю, я снимаю, окей. Тогда ты будешь первый угадывать. Итак, ну что, мы начинаем, да? Да. И что нужно делать? Держи маску. Ты одеваешь маску. Так. А мы должны будем пересесть. Ну. Меняться местами, как хотите. И поменяться местами должны быть. Я ничего не вижу, честно. Только надо, зачем? Чтобы ты честно-причестно. Хорошо. И что дальше? Крутись и громко... Так, ты сейчас... Крутись, я могу долбануться. Что-нибудь. Крутись и громко разговаривай, чтобы ты не слышал... Новости сегодняшнего дня. В Киеве что у нас там? В Киеве хорошая погода. Все, я поговорил уже, прокрутился. Что делать дальше? А? Все, теперь сейчас. Так, все готовы? Итак, тебе нужно сделать сейчас три шага вперед.
Не, подожди, я еще не говорила. Вот, и потом угадывать вот так вот просто, вот так вот, ну, трогать вот так и угадывать там, кто, кто это. Так, сейчас, подожди, все готовы? Все готовы, да. А да, вы же ничего не говорите. Ну, все, поехали. Так, нет, можешь еще один шаг делать. Ау! Это была Лиза. Это какой-то инсайд, что такое? А, это маска. Маска. Давай еще раз. А, нет, методом нельзя, методом исключения нельзя. Один только. Конечно. Да, угадал или не угадал, и все. Маска, это Алла. Аллу даже в маске угадал. Аллу даже в маске. Блин, зачем я не сказала? Ну да, ладно. Ладно, хорошо. Тут уже проще все будет. Тут уже будет проще. Да не вытри глаза. Так. Стой. Серёжка у кого? Ты не помню, кто это? Это мама. Правильно? Нельзя говорить. А только что Лиза где-то проскочила. Она как мышка. Нет, никого. Ну так все, я всех угадал. Все, я снимаю. Ну. Угадывай. Так и чего? Дальше. Так а кого? Где дальше? А ты промазал просто. Вот. Боже мой. Боже мой. Кто это? Я не знаю, кто это. Я знаю, как найти этого. Это не Лиза, это Оля. Уже знаю твой носик. Молодец! Всех угадал. Теперь я хочу угадать. Теперь я буду угадать. Так, еще рано. Ну, кто это может быть? Это не Лиза, потому что не мягенькая. Еще одна бабушка Оля с хвостом. Давай. Без Сережек, все, это Лиза. Это Лиза. А где мешок кто? Неважно. Поехали дальше. Я угадала, нет? Дальше поехали. О, мамочки дорогая, что же это такое? А что ж такое? Еще одна Лиза или бабушка? А я по плечам не поняла. Это Лиза? А тоже без меха. А тут нельзя попробовать еще раз? Нет, нельзя, нельзя. Это читерство, так нельзя. Ну? Кто это? У нас две бабушки Оли.
Как у хомячка. Это Лиза. А это бабушка Оля. Ну? Все, это Лиза. А это бабушка... Ой! Извини, а это Лиза. Нет, это Лиза. А это бабушка Оля. Нет. Все, это Лиза. Это бабушка... Хвостик, да. А я думала, хвостик же у вас был. Да? А ты была вообще без хвоста. Да. Они сразу именно хвост, надо хвост. Теперь я догадываюсь, теперь я. Давай. Так. Следующая у нас Лиза. Давай, вращайся. Вращайся, я тебя вращаю, чтобы у тебя голова закружилась. Это специально сделано для того, чтобы ты могла дезориентироваться. А? Я держу тебя, чтобы ты не упала. Стой, осторожно, штатив. Спокойненько, потому что все готовятся. Всегда люби меня в живот. Лизка, не крутись. Готовы? Стоп, готовы? Лиза, давай несколько шагов вперед, аккуратно, за руку. Давай. Да что ты боком идешь, какая-то стрёмная девчонка. Давай, начинай щупать. Одного выбирай. Все, я тебя отпускаю. Смешно, действительно. Мне кажется, это кто-то еще был. Ну, конечно. Тут три человека. Да не сравнивать, Лиз, по одному. Лиза. Это точно Алла. Алла, Аллочка. Так. А это кто такой, интересно? Ну, волосы нежные. Ну, на бабушку Оля похоже. Ой, насмешила. На бабушку Оля похоже. Смотри, волосы, длина, в принципе, как у бабушки Оли, но у бабушки Оли сухие. Ты давай меньше рассуждай, давай короче, угадывай. Короче, мама. Вот это Алла. Хорошо, дальше давай. Есть кто-то еще? Кто-то еще есть. Это что? Это не что, это кто, Лиза? Нельзя людей что называть? Ну? Ну нет, это на маму похоже по волосам. Хорошо, а дальше кто? Есть еще кто-то? Это Сашу нарядили. Подожди. Сашку нарядили. Ну смотри, волосы короткие. Или Игорь, или Саша точно. Ну давай, говори, кто есть кто. Ну я не знаю, ну это я точно не знаю, вот это не знаю. Ну вот это больше похоже на маму, это будет Оля. Вот это Алла. Это за бабушку. Боже мой. Открывай. Стой. Неплохо. Ты вообще никого не угадала, Лиз. Ты что? Ага. Лизончика. Киса. Стой. Что это было? Что ты сказала? Что ты сказала? Мы не услышали. Перемотайте. До какого числа? Например, до 28-го. Могли мы без пранка удержаться, но мы готовились. Я думаю, что за идея у тебя какая-то такая интересная сеть видео. Ну просто какая-то странная такая идея. Вот поэтому подписывайтесь на канал этой девочки. Наконец-то пранк над Лизой. Пранк над Лизой, наконец-то, от мамы, вот. Поэтому берегите. Заготовка была. Лизка, ну что ты скажешь? Девчоночки, все будем тебя любить. Ну ладно, всем хорошего дня, хорошей недели, хорошего месяца и хорошего лета. Всем 10 дней лета осталось, ёкалы мне. Всем хорошего всего жизни. Всем хорошего.
А теперь можно, знаешь, просто поснимать вообще. Хочешь прикол? Вот останови, а ты сейчас не... Я немного там было видно, я думаю, ну это Игорь сидит. Серьезно? Ноги начала трогать, да? Ты посматривал? Я что это я. Ну реально, тебя я думала, ты Игорь сидит. Я начала трогать. Ноги вот так. Немного посмотрим. А знаешь, наверное, кожа сама светлая. Да, Игорь. Как легко развести осла. А это видео о том, как легко развести осла. Осел кто у нас? Ты сама приехала. Точно? Да. Ты уверена? Нет. Не, ну они не могут в туалете Это видео о том, как легко обхитрить осла.